Казанский федеральный университет – участник программы льготных образовательных кредитов. Соответствующее соглашение было подписано ректором КФУ Ильшатом Гафуровым с банком-партнером. Погашать кредит абитуриент начнет после окончания учебы. Во время обучения нужно будет оплачивать только проценты по нему. Вот здесь четко надо понять. 4 года срок обучения, и само тело кредита будет погашаться, начинать погашаться после окончания учебы, 4 года пройдет, плюс 3 месяца ему дается на поиск работы. И вот только спустя 4 года и 3 месяца, если он учился по бакалавриату, если специалитет там 5 лет и 3 месяца, идет погашение самого кредита. Оформить образовательный кредит можно во всех структурных подразделениях ПАО «Сбербанк». Заемщиком может стать только гражданин России в возрасте от 14 лет, зарегистрированный на территории страны. Трудовой стаж не требуется. По процентам следующая ситуация. Процентная ставка 13,1%, из них 4,51% платит, значит, госсубсидия, остается 8%, из 8% 5% в течение первого года погашает Казанский федеральный университет. Оставшиеся 3% – это вот та доля, которую должен будет погасить сам абитуриент. На сайте КФУ во вкладке «Абитуриенту и школьнику» размещена подробная информация по образовательному кредиту с господдержкой. Камиль Гемоздинов, Универньюз.